Дед Мороз. Ты представляешь, вот это все тащить на себе в новогоднюю ночь, в праздник. Да уж, куда лучше подарок, который приходит сам. А еще лучше, когда сразу два подарка. Наталья Подольская и Владимир Пресняков. С Новым годом! Друзья, с Новым годом вас! Слушай, ты там, вот, знаешь, как... Да ладно я, вот я хотел тебе сказать, вот ты сыграл там, серьезно. Можно прекратить. Я думал...